Всем добрый день! Давно вам не показывала. Оп! Нашу террасу. Строители вернули нам столик. Вернули практически чистое кресло. О, а мы недавно застелили, ну, правда, оно уже грязное, чтобы не мог, это Дима такое придумал. Застелили этот стол, потому что в основном на нем, если жарим мяско, а так его можно вытереть, и он будет чистенький. Такой был. Придумал. Погодка. Сегодня градусов плюс 6. Я так подумала и решила, что я не буду в этом году ничего садить. Как-то я перегорела. Зато розмаринчик. Красавчик. Мята, конечно, но мне... А, нет, смотрите, есть. Класс. Мята будет жить. Тут какой-то запах не мятный. Да что-то как-то на мяту вообще не похоже. Хотя, если честно, корники вроде бы мяты. Неважно, я думаю, что это идет. Ну, так что забыл. Заградки у меня не будет. Вообще у нас сегодня прекрасная солнечная погода. И мы решили, что пойдем прогуляемся. Но я сейчас вам покажу, что тут наделали уже дяди-строители. Уже привели в такой порядок. Мы через окошко можем заглянуть и посмотреть, как они красиво все сделали. Уже я думаю, что скоро можно будет заезжать людишкам сюда. Смотрите, как красиво. Пол. Приехала бытовая техника недавно. Это будет как кухня, студия и две комнаты. Думаю, кто видел с самого начала, как это все было. Ну, тут еще двери, я так понимаю, нужно будет доделать. Вот так вот. А мы вышли покормить киси. Димуля, скажи привет. Агой. У меня где-то в сумке есть котячие вкусняхи, мы покупаем. А, где, в пивнице? Оно? О, Боже, не вем, зараз позреем. Але вчера давали нічу до прачки, так же нині там. А, бо вжди там є двері суотворені, так же. Ого. Ну, добре, ми то позреем ще. А кисі там я маленького видела. Маленьку кошечку. Пропала Берта. Два дня нету. Ничего себе. Ой. Там уже можно... Может, где-то закрыли там? Может, еще пойти спуститься, посмотреть? Там у нас же двери есть такие, чтобы есть, чтобы позакрывано. Так, идем на спасение кота. При посещении Русовцев, что находится недалеко от Братиславского района Петрожалка, вероятно, самой значимой достопримечательностью являются остатки римской крепости Герулата, которые после реконструкции ожидают на вас на выставке Братиславского музея вместе с другими находками из Римской империи
или неоголитического замка, построенные в тюдоровском стиле, который был провозглашен культурным памятником. Кроме значимых семей, замок был также резиденцией словацкого народного художественного коллектива. Однако из-за недостатков финансов он был вынужден его покинуть. В настоящее время он находится во владении управления объектами департамента правительства Словацкой Республики. Среди других интересных достопримечательностей городского района находится костел Святой Марии Магдалены в стиле барокко, ренессансный костел Святого Вита, неоголитический мавзолей Лауры Хенкель фон Донерсмаск, колонна Пресвятой Троицы в стиле барокко и много других строений. Благодаря также огромному количеству достопримечательностей, в 1990 году русовцы были объявлены зоной охраны памятников. В настоящее время они даже претендуют на внесение в список всемирной культуры наследия ЮНЕСКО. Дни Киева в Братиславе. Зашли с другой стороны. Здесь только цветов. Ой. Да, археологические раскопки и собачки. Охрана. Стоит охрана. Понятное дело. Да, вокруг хащи. Ой, вода прям залека, я уже вижу, какая она чистая, красивенькая. Ути, ути. Ты слышишь, кричит где-то? Дунайская луга якась. Да тут и рыба якась должна быть. Боже, как красиво. Ой, там даже мостик есть вдалеке. Смотри, как классно. Площадка. Ой-ой-ой. Выставочная галерея, но она закрыта. Арт-музей. Это кто-то потерял запчасть с фильма «Трансформеры». Да?
приехали в китайский район. И тут много разных всяких китайских магазинов. И мы заехали в вьетнамский. Мы, короче, заехали, взяли такую штуку с креветками. И конфетки. И такие прикольные конфетки. Я расскажу. Пахнут кокосиком. Блин, они, конечно, такие мягенькие. Интересные, мягенькие такие. Такая молочненькая. Плохо видно. Нереально как холодные, да? Что такие? А, еще те штуки. Тоже такие. Так, это какие-то штуки с креветками. Я так думаю, что это рисовое это. И у нас нету никакой пароварки. И нам надо придумать что-то типа такое. Больше сюда в центр. Да? Чтобы крышка закрылась. 7-8 минут. Сейчас мы уменьшим все-таки. Лайфхак. Как вы думаете, пропарится или нет? Плохо, конечно, что тут нельзя ничем прикрыть. У нас вообще не видно. Как-то... Мы поставили еще 4. Это мы, наверное, заморозим. Ну, наверное, посмотрим, что внутри. Ну, это реально вкусно. Но? Угу. Мне ничего не хватает. Еще какого-нибудь соевого соуса. Как едешь на соевый соус? Такое, если бы типа макать, как суши. Тесто почти не чувствуется, оно такое липкое. А внутри креветки еще какая-то мазанка. Надо с какой-то деревянной мусочкой кушать. Палочки не досушены. Угу. Креветки получились класс. Очень вкусные. Если когда-то увидите такое в магазине подобное, то можете покупать. Я сегодня вам вещаю с новой кухни и покажу вам наш новый вид. Я думаю, вы догадались, мы переехали в квартиру. Так что в следующем видео будет наш переезд глобальный. На такой красивой природной ноте мы закончим наше видео. Вон даже я вижу, можно пойти сдать тесты. Так что огромное спасибо всем за просмотр, за лайки. И ставьте уведомления, чтобы не пропустить наши следующие видео. Всем пока!